Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. И мы на Хайнане, и мы приехали вместе с вами в театр Sea Show, то есть морское шоу. Он находится рядом с Атлантисом, соответственно, здесь, рядом с Атлантисом, проходит классное шоу морское. Здесь очень классная подготовка актеров. Здесь, как говорю, в цирке Дю Солей готовят на самом деле. Это и постановка от Дю Солей. Поэтому здесь очень красивое, красочное, яркое морское си-шоу. Так что сейчас мы пойдем туда вместе с вами и посмотрим. И, конечно же, скажу цену билетов. Сюда билет входной стоит на кассе 280 юаней за одного взрослого. Есть и дороже в зависимости от выбора места. Какое вам выбрать место. Поэтому сейчас мы сюда пойдем. Друзья, я даже тут немножко в закулисье этого театра побываю перед его началом. Я не буду там снимать. Пока здесь еще никого нет. Смотрите, какой зал классный. Там VIP-места, здесь обычные места и так далее. Вон, видите, какое будет шоу. Ну что, дорогие друзья, шоу начинается. Друзья, уже шоу идет полным ходом. Это, как обычно, рассказывает одну легенду.
Ну что, дорогие друзья, как вам такое шоу? Понравилось? Мне тоже очень понравилось, поэтому приезжайте сюда самостоятельно или с оператором, как угодно. Но, в общем, шоу того стоит точно. Вызывает кучу позитивных эмоций. Артисты просто профессионалы, вы заметили, поэтому смело приезжайте в Бухта Хайтен Бэй, театр морских вот таких вот течений. Вы его найдете очень просто, находится он рядом с отелем Атлантис, так что самостоятельно приедете или с оператором, все равно, главное, чтобы вы это увидели. Ну что, а я с вами увижу в следующих выпусках. Спасибо, что смотрите. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Увидимся в следующих видео.